11 декабря в Музыре стартовал второй тур детской юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой» среди команд девочек 2011 года рождения, которые уже провели свои первые туры в группах А и Б. И теперь 10 команд собрались в физкультурно-оздоровительном центре «Полесье-Арена» в спортивном комплексе «Дружба», чтобы в течение 4 дней порадовать зрителей искренним волейболом и определить сильнейших. Уже в первый день хозяйки этого тура волейболистки из дюшур Музырского нефтеперерабатывающего завода позволили гордиться собой, ведь в стартовом поединке команда Юлии Константиновны Дубровской, именуемая «Жемчужина Полесья-2», обыграла вторую дружину с дюшор волейбольного клуба «Минск» со счетом 2-1. В том поединке Богдан Мышковец и Дарья Венцель вели за собой наши «Жемчужные дарования». А второй матч – это еще одна победа. И тоже со счетом 2-1 «Жемчужный Полесье-1» над представительницами Жлобинского центра Олимпийского резерва. Ну, у нас состав разный по силе. Второй состав у нас детки помоложе. Это 12-13 год. Разница большая, но мне нравится то, что... Как можно сказать, с 2011, назову их старшие девочки, проявляют себя намного увереннее в третьей партии, то есть как бы отстаивая малышей. Дело в том, что по правилам лиги в этой возрастной категории первую партию играет шестерка игроков плюс либеро, без замен. На второй волейбольный сет выходит новый состав, играющий тоже, без рокировок. И только третья партия дает возможность тренеру варьировать состав. И да, здесь каждая выигранная партия приносит команде зачетный балл в графу «Набранные очки» турнирной таблицы первенства. Очень запомнилась наша победа, понравилось то, что мы выиграли, то, что мы были командой. Даша, кстати, является капитаном команды, которая в своем первом матче добилась победы прежде всего усилиями Величко, Насти Быстровой, Саши Бичан, Миланы Гришининой и Надежды Родовня. Тур, он очень начался хорошо, я чувствую, что я развиваюсь, и я хочу, чтобы мы выиграли первое место. Отметим, что к нам в гости, кроме вышеупомянутых команд, приехали представительницы ДЮСШ номер 1 города Лида, дюшор Атлан Барановича, ДЮСШ номер 4 города Бобруйск, детская юношеская спортивная школа Борисов 2010, ДЮСШ коммунальник Могилев. Скажем, что все команды с дюшор Жемчужина Полесья с настроением начали детская юношеская волейбольную лигу «Мяч над сеткой» сезона 2023-2024. На прошлой неделе стартовали два первых тура по 2012 по 2009 году рождения. 2009 год рождения вывозил Илья Николаевич Буковский в своей подгруппе. Они одержали все победы, заняли первое место. Надежда Васильевна ездила в город Минск, тоже первый тур. В своей подгруппе она заняла третье. Сегодня также у нас стартовал второй тур, уже стенка, по 2011 году рождения. Встречаются всего 10 команд, это очень много игр, поэтому всех болельщиков зовем, приглашаем на детский волейбол красивый. На этом туре тренеры выполняют и судейские обязанности. И как раз таки матч, который вы видите на своих экранах, проводила Надежда Васильевна Рудаковская, самая опытная наставница спортивной школы Мозорского НПЗ, не так давно начавшая детская юношескую волейбольную лигу «Мяч на сетке» со своей командой 2012 года рождения. Для наших девочек это были самые первые соревнования, несмотря на то, что они занимаются уже второй год. Поэтому для них это было все очень в новинку, и поэтому было немного небольшие трудности с тем, что они боялись не только играть, они боялись самой сетки. Поэтому это первый блин не кумом получился, а из пяти команд мы все-таки заняли третье место, и это очень хорошо. Команду Надежды Васильевны усилила трио воспитанниц Юлии Константиновны Дубровской, Настя Чуп, Руслана Кудрицкая и Виктория Галицкая, которые наряду с Ангелиной Пекшуевой стали настоящим командным стержнем. Ну, а возвращаясь к Мозырскому туру, отметим, что во вторник, среду и четверг продолжатся матчи этого увлекательного, неповторимого, такого важного для детворы турнира детской юношеской волейбольной лиги «Мяч над сеткой».